Мы сейчас в Мэйне, город Камден. О, что-то они там не сильно газон стригли. Остановка, что-то похоже. Немножко заросший, конечно, здесь все. Но там прям городок-городок такой, портовой, симпатичный. Так, зашли для писем. Они просили, кстати, разуваться, но ладно. А то ж такие ковры. Бакьярд довольно симпатично. Почему-то есть? Я хотела просто открыть, что такое. Это, похоже, уже санрум какая-то. Прям пристройка. Кухонька совсем маленькая, но сойдет. Второй этаж? Да, первый посмотрим. Давай. Там здесь ванна. Там какие-то кнопочки. Здесь спален нет. Ну это типа спальня, наверное, или кабинет. Ну да, это в плане кровати. Получается чисто каминная. Раз уж они одну спальню использовали. Вот тут ковры. Вот это самый вход. Тоже а-ля кабинет? Нет, тут спальня. А, ну ладно. Прям нормально. Океана не видно? Сколько неинтересно. Такой под крышей. Окей. Какие там бабочки тут. Сейчас пойдем собираться и окружать. Пойдем прогуляемся после работы. Вроде солнечно. У нас эта часовня периодически дзынькает. Слышно. Или это, не знаю. Наверное, это. Там мороженое слева. Ой, приятный грузовик. Керосинчик палит. Пледик.
холмы вот эти с нашей церковью. Угу. Как красиво выглядит. Как тут пахнет? Я не знаю. Много всего. Блин, сегодня четверг, людей как-то немного. Мы до этого ходили во вторник, и было вообще дофига. Реально, гораздо меньше. Людей становится все меньше, выходные заканчивались больше. У нас в планах подняться вон на тот холм. Mm-hmm. Это не гора, там даже парк штат называется Камденский, ну то есть Камден, наш городочек, Хилл, холм. Похоже тоже какой-то... О, слушай, это, наверное, даже ресторан. Мне кажется, что это все-таки отель. Ну это, наверное, лобби внизу. Ну ладно. Лайта Бич. Красивый. Ну, потишные домики. Городской пляжик тут такой себе. Какая-то маленькая дорожка к другу. А там, наверное, парковка для интересующихся. Ну, слушай, Настя, там не было написано, что это частная собственность. Надеюсь, нас не прогонят. Вау, скамеечка даже. Как раз нам посидеть, втыкать. Эй, чей-то дом. Ага. Красота! Слушай, он такой прям вообще маленький, аккуратненький. Далековато. Частный пляж. Еще раз тоже было очень. Как всегда, сейчас на выходных. Тут мост. Это библиотека публичная. Точняк там же, да, по ходу дела тоже были. Когда мы, ну, шли по той улице, где всякие бары, рестораны, и там тоже земляника есть. Забыл снять. Все. Вот за углом буквально там и наш дом будет. Мы смотали, так смотали. Взяли перекусить. Тут какой-то небольшой совсем лобстер ролл. Это написано тюна, было, что это сэлмон, но больше похоже на тюну. Нет, на тунца, а не на крас. Чизи. И грилл чиз. Угу. С ним покушаем. Тут можно принести своего лобстера, например, с тура, где вы ловите лобстеров, и за $3 тебе приготовят. Сходили, взяли еще мороженого. Это у меня main black beer, а у Насти до я джоб. Вернулись, в принципе, почти тоже парк. Чуть-чуть в стороне просто.
мы совершенно опоздали на распродажу книг. Ну ладно, так, чутка пройдемся. National Historical Landmark. А, все уже собираются, пока мы раздуплились. Кстати, симпатичное место, да? Надо будет тут как-нибудь посидеть, мороженое покушать. Такой закуточек, но все так миленько, симпатично. Ну а опять же, это библиотека просто с другой стороны. Что, откуда ты говорил? А, ну ладно. Мне просто казалось, что вот верхняя это Массачусетс, наверное, это Мейна. То есть вот снизу под написано это Камден. Такие большие. Ну. Выглядит как старые. Но их не было тут, то есть они плавают на ходу. Ходят. Много народу мешает. Среда вечер, мы решили выбраться на хайк. Так, сегодня пойдем на этот трейл. Грабатя. Здесь начало. Он маленький, там типа одна миля, но с высоким подъемом. Резким прям. Да. Сложно, может быть сложновато. Сейчас посмотрим. Вот это, наверное, и есть та самая сложная часть. Ну, может, он вот. Откуда? Где-то будет дальше. Тоже видно там. О, ветряк. Прикольно. Деревья закрывают. Да, пойдем еще дальше. Вот это, наверное, самая сложная часть, а не предыдущая. Да, там прям камни-камни. Пойдем туда. Пошли. Ох, что насиделись. Надо спускаться, пока еще не совсем стемнело. Да. Мы живем. О, блин, я на камере не вижу. Где-то вон тут. Тик-тик-тик-тик. Какие у людей булыжники на участке. Сам дом с видом. Тут у нас уже сезон чернички. Не зря мы все выходные едим. Это на горе, я думаю, она под ветром, под холодным. Да, такая. Почти не растет. О, там он попрятался. Может, где-то еще в низине. В предыдущий раз мы дошли где-то вон до тех точек. Нам еще чуть-чуть вверх подняться, и потом пойдем по хребту дальше. Ну, недалеко, но чутка дальше. Я не могу пройти мимо
Надо попробовать. А что такая маленькая? Ну, вообще такая вот. Ой, черт. Ой, кислая. Я не повезло. У меня вроде там нормально. Там много. Прям. Ягоды. Угу. Но они еще не созрели. Пойдем дальше. Долина троллей. А это все, походу, ягодники. Что-то стрёмно ходить. Чтобы на медведя не набрести. Ну, хоть здесь ты нормально поставил, а не киданул. Так, а мы дошли. О, там реально человек сверху. Ну, слушай, можно подняться. Я думала, что нельзя. Вообще вход в этот парк платный, ну, с учётом того, что нам не надо парковаться, то для нас бесплатно. В общем, это башня, это мемориал Первой мировой войны. Акадия. Там выше даже. Ого. С той стороны еще уж. Получается, Камден, где мы живем, там буквально где я тыкаю, вот, Кутис Айленд, там где маяк симпатичный, там еще маяки разные есть, тут повсюду маяки, конечно. И вот эти вот два холма мы убедились, что это как раз таки там Кадиллак Маунтин, это Акадия, еще куча всяких холмов вокруг. Решили тут присесть, как раз все люди поуходили уже. С видом повтыкать. А тут уже побольше. Прям даже вполне себе вкусно. Настоящая майнская черничка. Мам, а дом у нас ждет пирог. Мы уж половину съели. О, да, он пожестче. Надо будет его тоже снять, он прям замечательный. Да, да. Там еще походили, поели этой чернички. Классно его. И буквально чуть-чуть от дома отойти. И уже на горе. Классный домик. Да, мы по дороге к нам домой. Угу. Да.
липа. Почти цвела, она все еще пахнет. Напоминает деревню. Сегодня воскресенье, вчера сходил, купил вот такой blueberry pie, пирог из черники. И вчера мы уже половину съели. Да, половину съели. Он очень вкусный. Он совсем не сладкий, там просто ягодки, класс. Целиком много ягод. Все в ягодах. Такие наши традиционные выходного дня. Бутерочки с утра, авокадо тост. In 800 feet, you will arrive at your destination. Мы сегодня решили устроить день маяков. О, маяков. Да, проехать по местным. И это маяк с Фореста Гампа. Там он добегал до другого побережья, до восточного. Как раз из Санта-Моники. Да. Сюда побежал. И сегодня жара, но здесь очень приятный такой бриз. Да, вообще, конечно, сегодня очень жарко. Да, типа 30... Чем-то. Что-то прям в воде достают. Да, это меня может очень сильно заорать. Сейчас мы заехали, ну как проезжали, было парк, видно название. Парк штат, как там Old Head или как? Ну да, типа совиная голова. Не супер высоко, но достаточно. С другой стороны, если пойти, то вот такой пляж. Каменистый, не песочек. Подванивает водорослями или чем-то. Ой, нормально, в общем-то.
Ну да. Не лед. Но я бы не лез. Да, тут скалы какие-то. Поднимусь наверх. Забавно. А, машина пограничников. Это отели. Это мы в городочке Рокленд. Там пройдем. Зашли сюда поесть местных устриц. Заказали. Что это? Мы какие-то подвижки попробуем. Эти маленькие, побольше. Парковка огромная. Да, это мы приехали на еще один маяк. Там он должен быть симпатичный. Через неделю, да? Да, с предыдущих. Солнце тут нещадное, так что надо намазаться. Уже к вечеру. Да, 4 часа. Такая искусственная коса. Даже интересно, зачем ее тут сделали. Или мелководье, где лодки плавают. Либо же на случай, если вдруг какая-то большая волна, чтобы она ее разбила. Ну что там, городочек Рокпорт. Просто как предосторожность. Длинная коса. Минут 20 конечно. Каждое утро на выходных Сергей ходил нам за вкусняшками. Сегодня последние выходные мы здесь. Я решила сходить с ним. Вкусняшки, свежая выпечка. Набрали. Еще интересный факт. Эта церковь как бы стала домом, я не знаю, как частным это назвать. Домом, да. Какого-то прям такие своды, потолок. Мы тут в магазине купили лобстеров, и они там их прям даже и варят. Что сейчас попробуем сделать свои лобстер-роллы. И вот такие у нас роллы получились, хот-дожки. Мы еще купили какие-то местные чипсы. Почти как в ресторане. Мы уже загрузили машинку. Сейчас пойдем позавтракаем. Будем ехать. Нью-Джерси. Нью-Джерси.
принесли наш завтрак. Есть столько уже народа, всего лишь 8 утра. Они в 8 начинают. Да. И тут очень даже миленько. Мы уже выселяемся. О, Сережа. Мусор? Да. Наши вкусные соусики. Ой, надо посудомоечное, наверное, включить. Да. Тут ничего, мы оставили молочко. Закрыто. Я, наверное, даже шторку зашторю, да? А, окей. Я зашторю. Угу. Пора ехать. Пока, домик. Пока, портик. И наши часики, которые цинкали. Каждый час. Угу. Приятный город был. Мне понравилось вообще. Да, вообще. Такой. Туристы есть, но они все цивильные. Цивилизованные. Да. Класс вообще.